помните, мы достаточно непланово вместе с замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации заехали, посмотрели вот реализацию проекта «Комфортная городская среда». Второй раз, ну, во-первых, я планировал в Ленинске, и жителям некоторым даже Бердск обещал, что обязательно приеду в ближайшее время в этот город. Во-вторых, это некоторая работа над ошибками, то есть подведение итогов исполнения тех поручений, которые я придавал по итогам предыдущего визита. Ну и традиционно, как во многих муниципалитетах, ознакомился с сегодняшним положением дел экономики и социальной сферы города. И самое главное, с планами по развитию, по новым проектам.